Всем приветики. У меня опять бомжовый вид. Хотя вот я вчера мыла волосы. Ничего не упрямляла, надо снимать. Ладно, если посмотрит этот видос один товарищ, то я получу по тыкве по своей, потому что я завтра иду наращивать волосы. Все, я не выдержала, да, опять 2 недели, опять, короче, я буду наращивать волосы. Кто такой же, как я? Ну, не могу я без волос, вот, хоть убей, не могу. Я за месяц то постриглась, то нарастила, то покрасила волосы в темный, потом с темного в белый, с белого опять хочу в темный, теперь обрезала каре, нарастила каре здесь чуть-чуть, потом, короче, теперь длинные завтра пойду делать. Капец просто какой-то, что вообще происходит в моей голове, осень, что ли? У вас так же?